Всем привет! Меня зовут Виталий Пашенко, я являюсь топ-стилистом студии Парк Бая Сипчук. И сегодня у нас будет стрижка на длинные волосы. Многие из мастеров боятся стричь длинные волосы и не видят смысла в этом, потому что говорят, ну на длинные волосы можно сделать только одну линию, да? И сегодня я покажу, как можно добавить длинные тонкие волосы, текстуры и выполнить полностью всю стрижку только прямыми срезами. Поехали! Итак, давайте начнем с разделения. Обратите внимание, мы разделяем вертикальным и горизонтальным пробором от уха до уха. Ориентир – центр уха. От лобных впадин мы выделяем две прямоугольные секции во фронтально-теменной зоне. После того, когда мы разделили во фронтально-теменной зоне две прямоугольные секции, у нас открылись височно-боковые зоны с правой и с левой стороны. Переходим на затылочную секцию. На затылочной зоне у нас будет равномерное распределение волос. То есть, обратите внимание на линии, которые были сделаны в секторах верхнего затылка. Везде здесь прямые линии. Справа и слева равномерные линии, которые уходят от затылочного бугра к лицу. С одной стороны и с другой стороны непосредственно. Мы проводим параллельно разделительному пробору чуть выше еще одну линию, равномерно распределив следующий сектор, который находится выше. С одной и с другой стороны у нас одинаковые сектора. В данном случае в верхнем затылке самые верхние сектора, они треугольные. Итак, начинаем стрижку с нижней затылочной зоны. Нижнюю затылочную зону и височно-боковые зоны мы будем выполнять в два этапа. Как это будет происходить? Давайте посмотрим. Первым этапом мы будем делать вычес перпендикулярно разделительному пробору, низкий уровень оттяжки и будем выполнять первый срез. Вычес будет перпендикулярно разделительному пробору, но полностью всю массу волос мы будем на верхний уровень оттяжки поднимать и делать еще один срез. Вторым этапом мы будем выполнять верхний уровень оттяжки волос перпендикулярно разделительному пробору. Срез будет строго параллельно разделительному пробору. С противоположной стороны повторяем то же самое.
Секции в верхнем затылке мы простригаем таким же способом, как и предыдущие две секции в среднем затылке. Следующим этапом у нас будет стрижка височно-боковых зон. Вычес будет перпендикулярно разделительному пробору, низкий уровень оттяжки волос, то есть весь сектор височно-боковой зоны мы будем отчесывать на низкий уровень оттяжки и параллельно разделительному пробору будем делать один ключевой срез. С противоположной стороны повторяем то же самое. И теперь последние две секции, с которыми нужно нам работать, это фронтально-теменная зона. Мы вначале обе прямоугольные секции будем подчесывать к центру, и ориентир у нас будет длина на верхнем затылке. После чего всю массу волос во фронтально-теменной зоне мы будем отчесывать назад и задавать срез ровно параллельно разделительному пробору от уха до уха. Ну что ж, мы простригли все волосы, теперь приступаем к сушке. Обратите внимание на текстуру, которая у нас появилась на длине и на концах. За счет того, что у нас прядь мы вначале опускали на нижний уровень оттяжки, после чего мы поднимали прядь на верхний уровень оттяжки,
и в том, и в другом случае делали один срез, где мы добивались внутри послойности и добивались на концах текстурных прядей, которые в данном случае мы можем сейчас наблюдать. Спасибо большое за внимание. Всем пока. Увидимся на парк-лайфе.